Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех на своем канале «Есть поесть». Сегодня предлагаю испечь по-настоящему осенний пирог. В качестве начинки возьму все то, что сейчас осенью в достатке. Яблоки, груши, сливы и даже добавлю тыкву. И отлично дополняют этот пирог орехи. А также сюда можно добавить абсолютно любые ягоды, в том числе и виноград. И не только свежие, но и замороженные. Ну и, конечно, добавлю побольше пряностей, которые отлично сочетаются с осенними фруктами. Список ингредиентов, как обычно, вы увидите под описанием под видео. Но, разумеется, фрукты и их количество берите на свой вкус. Орехи я беру грецкие, предварительно обжарила и раздроблю на небольшие кусочки. Фрукты необходимо помыть и дать обсохнуть. У яблока убираю все ненужное, кожицу я обычно не очищаю и нарезаю довольно-таки крупными кусочками. То же самое и с грушей. Из сливы я удаляю косточку и режу на 4 части, так как она у меня не очень крупная. Тыкву натираю на крупной терке, стараясь сделать ее не особо заметной в пироге, ведь не все домочадцы разделяют мою любовь к ней. К яйцам комнатной температуры добавляю сахар, соль и ванильный сахар. Взбиваю миксером до получения светлой пышной массы. Наливаю кефир комнатной температуры, рафинированное растительное масло и размешиваю миксером на малых или средних оборотах. Постепенно добавляю муку с разрыхлителем, замешу тесто также на малых или средних оборотах миксера. Тесто готово. И теперь доделаю начинку. Добавляю сюда орехи, сахар, берите по вкусу, и 2 столовые ложки муки. Ее количество зависит от того, сколько соков дали ваши фрукты. И обязательно добавьте сюда корицу, кардамон, мускатный орех и имбирь. Можно взять готовую смесь пряностей для печенья. Тесто выливаю в форму, смазанную растительным маслом. Диаметр моей формы 24 сантиметра. Сверху выкладываю смесь фруктов и равномерно распределяю по поверхности, немного отступая от края. Выпекаю пирог в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Как обычно, проверяю пирог на готовность, даю немного остыть и посыпаю сахарной пудрой. И сверху еще немного корицы. Разрезаю пирог . Вы только посмотрите, какой пирог внутри. Высокий, пористый, воздушный и наполненный фруктами. Что касается структуры пирога, то она получается такой легкой, невесомой, впрочем, как и все бисквиты с добавлением растительного масла. Думаю также, что бесподобный фруктово-пряный аромат этого пирога мало кого оставит равнодушным. Смотрите на моем канале также и другие рецепты осенней выпечки, в том числе выпечку с тыквой и яблоками. Все ссылки я оставлю под описанием под видео. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и поделиться ссылкой на него в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал, а также обязательно пишите комментарии и задавайте вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. Желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, а мы с вами увидимся в следующих видео.